Не бойся, да? Не бойся, не боимся. Не боимся. Не бойся, не бойся. Ну вот, смотрите на эту ляльку. Ему около 3 месяцев. Тигрята родились весной в передвижном зоопарке, который гастролировал по Оренбужью. А в городе Бузулуки произошел инцидент. В 6 утра молодой человек залез на территорию и решил украсть вот этого тигренка. Попался он. И взял за задние лапки, там доску убрал и тянул к себе. Ну, не знаю, какой ум надо иметь, какие мозги лезть к тигренку, где сидит мама тигрица. Ну, она, само собой, напала. Очень сильно повредила руку. Вот. Выбежали на этот шум, крик работники. Тигрица сломала 20-летнему похитителю руку и распорола плечо. Но до этого он успел практически покалечить детеныша. Сейчас по движению я чувствую, вот очень сильно пострадала правая лапка. Левая еще двигается. Ну, фактически он не дает трогать, особенно за хвост, ему больно. И когда его трогаешь, он аж каменный становится, такой деревянный. То есть фактически здесь есть повреждение еще и позвоночника. Малыш живет в приюте «Спаси меня» Карена Далакяна, который несколько лет назад прославился, спасая тигренка Жорика. Пойдешь? Потому что каждое движение для него является таким болезненным, да, каким-то мучительным. Иди сюда, иди, иди. Гектор, Гектор. Назвали Гектором. Гектору необходимо набрать вес, чтобы безопасных последствий перенести наркоз, который необходим для рентгеновского обследования позвоночника. Благодаря инъекциям витаминов и препаратов тигренку стало легче передвигаться, но полученные повреждения, скорее всего, не пройдут для малыша бесследно. После лечения Гектор вернется в зоопарк к матери, сестре и брату. Юлия Алексеева, СТС, Челябинск.